лидеры руставского преступного клана Георгия Хмелидзе могут выдворить за пределы Украины. Его поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Как отмечают правоохранители, решением Совет национальной безопасности и обороны к 63-летнему «вору в законе» по прозвищу Хмела были применены персональные и другие ограничительные санкции. Также работники Департамента стратегических расследований национальной полиции собрали материалы по предоставлению фиктивных оснований для приобретения им гражданства Украины. В марте 2024 года уроженец Грузии был лишен гражданства Украины. Оперативники Департамента стратегических расследований нацполиции доставили вора в законе в Государственную миграционную службу Украины, где в отношении его сотрудники составили административный протокол за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине.